баф обновить. Чё, давайте. Этот. Эй, а ты в ромбике? Я думал, все, давайте покидывать. Ты тут со мной в треугольнике стоишь. Поставь его в центр. Чё, уведите его. Еще чуть-чуть поровнее, еще назад чуть-чуть. Да иди нахуй, интерфейс. Большой подвод. Блядь. Сука, ебаная хуйня нахуй. Юля, забирай. Отверни слизня от рейда, некромантик. Маленьких с большими не сводите, только маленьких с маленькими. Большой подвоз. Давай сведем своих. Большой подбос. Скоро взрыв будет, готовимся. Сука. Готовимся, скоро взрыв будет. Вон сейчас, когда те сведут. Там три больших. Готовимся. Выбежали с места. Вы чё нахуй? Ну совсем бомжи, блядь. Мудфокс, Бенсиллера, Ультрадру, Эйюресы. И выйдите на раньше оба друида. Мордан тоже на подстраховку выйди. Ладно, я печеньку займу тогда. Бичи ебучие, слава, нахуй. Бичи. Бомжи, нахуй, ебучие, сука. На рейндж, если, блядь, меньше 8 человек, то блюет, блядь, случайно 3 человека. И в это число входит, нахуй, вся мелизона, если на рейндже меньше 8 человек, нахуй, от босса, блядь. Хули вы не выбежали, друиды, или что, нахуй? А сдохли как, блядь? Дупа, блядь, какая-то.
Фокусе. Попробуем. А вы что на месте стояли? В Рахель Хулидринг, почему? Я на месте не стоял, я выбежал, блядь. Подождал обстрел, блядь, возвращаюсь, блядь, ну тут хуяк взрыв. Да, точно та же ситуация. Вы что, накурились? Мой косяк. Я тебе еще раз говорю, происходит взрыв, он блюет там, где мы стояли изначально. Мы стоим за спиной там, где ты обычно квадратик ставишь. Все, прошел обстрел, мы возвращаемся, хуяк меня сбрило. Потому что ты встал туда, куда слизь летит, блядь. Она летит туда, где каз закончился, где люди стоят, туда прилетит слизь. Она далеко просто слизь летела, долго. А вы уже вернулись. Бенсиль, Рея, нахуй, в следующий раз на этом, вот сейчас траем этот, и вот этот взрыв, нахуй, происходит, и в вас, если блюет, сразу без раздумья, давайте глыбы, вы мертвые, нахуй, не нужны, блять, почему вы умираете? Сразу глыбу накидываете. Ну, одна. Пристабав. Вот одну и делаете. Еще раз скажет кто-то пристабав, нахуй, по 25 пристам дам, блять. Я жду всех, потому что мне неохота леги тоже тратить. Все тут. На паладином охота регитрость. Ну, видишь, как бы я жду, как все прибегут, потом уже изаю. Кого ДБМ? О, блядь, пизду нахуй. Заберите мелкого. Срамба. Ты чё, накурился? Бывает. Ну, подкурен, молясь. Попадок. Бидон с автотем. Маленького только, ну зачем? Немножко отойди назад. Отличные новости, народ!
что там замагался слизень, что ли? Кринж. Я знаешь, Вой, что хочу сделать? А? Два танка слизней поводить. Да, стакаешь. Водили уже. Не получается? Готовимся взрыв. Хан, ты умер. Бежали. Ну, вижу. Рез его дикон. Бидон вставал. Тим сдал. Бидон вставал, куюзай. Ульт. Ультрадру, рез и шадоу. Бидон вставал, куюзай. Интересно, вы диспелите болезни или нахуй вы так делаете? Ну, блять, это пиздец нахуй. Бидон не диспелит, все, по пизде рейд пошел нахуй. Фу, сука. Ебаный в рот, блять. Вот Фокс рез и вой, да? На рейндж опять, да, Хант умер? Да. На рейндж нахуй, меньше 8 будет на рейндж, сейчас заблюет мелизону и упадем сразу. Ману резайте. Я ухожу раньше, то не знаю что. Вот Фокс. Войда резай. Брутан. КД. Или он сказал КД у него. Он напал, тоже кто-то еще на раньше. ЭБР, КД. Ясно нахуй. Да я, блядь, релогал игру, наверное, из-за этого не вижу. Ну и что толку 20 дня водить? Ну, теряешь ДПС и просто... Хуй знает нахуй. Без взрыва. Да это в ДПС тоже упирается. Я имею в виду, что взрыва не будет. Вообще. Один там по-любому будет. Нет, мы, короче, вообще на другом сервере как делали? Мы стакали сколько там? 4 стака, 5 взрыв. Мы стакали, короче, двух, три стака сводишь вместе просто, он обнуляется. Это... Ну, здесь, может, такое не работает. Дайте мне на самый последний ДБМ, блядь, ссылку. В донах. Там точно последний? У кого самый последний стоит? То есть я скачивал недавно. Твой рот ебал. Надо апдейтер скачать тебе просто. Там у бидона свет вырубили, слышишь, Войд? Хорошо. Замена есть еще? Есть. Но хила нет. Цесовела не скоро придет вроде. Она похилить сможет, подамажить. Хиль пусть совхила, Лингрен западет. Да, кстати. Примерно через 20 минут будет Эвелани. Сейчас зайду. А есть кто может квест дать? Нет. А, мы же квест припали, вот точно все. ПЦшника нет. Кого нету? ПЦ, которому квест давать. А. А, не, подожди, он есть. Есть он. Он есть, есть. Мы же все просто в 25 обычки сделали. Не все. Всем привет. Ай, заходи. Всем привет. Вам нужен кто-то? Да. Ты нам нужен. Ты нам нужен. Кто, кто, кто? Ты, ты. Заходите. Вот призон, ты, да. Призон, заходи с собой. Заходи. Еще раз с кем заходить? Паладином. Окей. Им хила не хватает. А, ну да, тогда хила. Я зайду. Бидон отвалился. Не, там вон, пускай Варахель похилит, Ретриком побей. Ну, мне кажется, он поудачнее будет его похилить. Ну, тогда пусть ДКшником заходит.
Да пускай палом, значит, не обязательно. Ну, ТКшником палом, да, больше. Я бы палом бы на хила бы шмоток взял. Да, да, пускай палом. Мне там плащ нужен. Три пала в рейде, четыре пала нормально будет. Давай, давай, палом. Так, у ДКшника проходка есть. А чё вы стоите, блядь? Заходим, блядь, и хилимся. Еще дурит инвалид есть. Он буд. Тот был с самого начала. Да, не открывал, видео не смотрел. Увидел ваши смерти на ребре. Ну, было дело. Так, мастера в ДД спекнем. Знать будет получше, нет? ДДшников, миликов, да дохуя, блять. Или не спекнем, блять. Хуй знает. Ладно, в кукле посижу. Потанчишь? Ну, а кто за вас в кукле лучше посидит? Ну все, ну сиди тогда. Так вот, рыба. А можно сумануть? Да. Ты праведная, сразу выруби. Чтобы босс не сложил. Да, я вижу. У меня в том его не стоит, но значок. Че кто на боссе? Димаш. Так, я первый 3 стака заберу, потом Вадикон, а потом посмотрим. Спасибо. О, спасибо, будешь должен как земля колхозу. Я понял. Ладно, ладно. Заканыч. Разбафайте. Лапу, пристабаф, инту, блядь. Теперь, ну. Заканыч, прием. Немножко потерь скидаю. Так у тебя ассист есть. Ну, только сейчас дали. Да, он... Раскидал. Ой, позабирал ассисты, да? Все пойдет. Два друида хокает, ход эти куклу, чтобы была энергия. Припоты поди проебали, да? Найс, припот выбил. Ну да, да, и припот, и перед... Тоже проебет, всё. Вот это, говорит, подстава. Наебал так наебал. Вводи, Юля. Ебал, урод, эту рамку, нахуй. Послизню готовим. И профа сразу зергаем. Пиздец. Охуенно. Ты чё сдох? Не знаю, ультра друесы.
А, когда 40 там? Секунд, когда. Да, да, нормально. Там у Мэтт Фокса есть. Ну, после Сизней же. Так, а на звездок. Берегитесь. Пельмени. Что? Это еще откуда? Берегитесь. Рисы заканчиваются. Ну беги, беги! Блин, киба сзади, если можешь. Лужа. Я забыл, какая-то хуйня, блять. Берегитесь. Пельмень. Зеленый. Пельмени. Вы близко к красному стоите, красный. Отойдите от него. Идем красный. Авелла, не беги. В это, в пачке стойте, чтобы чума вас не убила. Она разгонится, убьет вас. Берегите. Пельмени. Быстрее сбежались. Будем стопать. Будем еще красного бить. Ходим. Стопнули, отошли от босса. Отошли от босса. Красного зергаем, потом переводим. Аккуратно, сейчас в цель выберет, блядь. Тогда. 1% босса не трогайте. Лужи выходим. С лужи выходим. Пока... Дайте ему лужу. Все, переводим. Он не диспелится, он пьет лужи. Переводим. Дебафы смотрим, зеленый дебаф в угол, в угол, вот сюда дерево, сюда, ебаный рот, куда вы встали? Ctrl D. Фу, захил. Ну, блять, захиливаем. Добили, добили. Подходим. Таджу. Добейте, добейте. Так, готовлюсь таунтить. Промах был. Следующий буду забирать. Я заберу. Ладно, забирай. Почему с половины налево ушла так далеко? РДД.
в этот. Вот тут соберитесь, где луна перекидывается. Колба. На четвертый стак на Эвилаше, блять. Гиб на хп быстрее. Этот, хукмастер, забери. Ты промахнулся или что? Да, да. Вышли с лужи. Ну хилимся. Заберите, заберите с меня, ёбаный в рот. Да все, вайп нахуй. Заебал нахуй, ДБМ ебаный, блять. Сука, блять. Ебал в рот, нахуй. Какие 4 хила, вы ебанулись? Он зашел. Да, замену тебе нашли. Я думаю, он пошел Адон устанавливать. Или его прям здесь вообще нет. Так нет. Ну а теперь появился. Фрик. Списать хотели уже, прикинь. Ну, я уже все правильно. Хули мы будем его стоять ждать одного. Так-то да. Блять. Дадите, блять, от джипса, что-то не могу попасть по нему, блять. Пиздец, там кто-то сидит, нахуй, шевелюрой своей загораживает. Алло, блять. Бен Силлер еще на рых бустился. Как-то завидно, блин, гном. Сядем на лицо, сядем на рыбу. А стресс ты тут? Дворф. Вообще по факту, дворфы и гномы, они должны были, ну, по канону. Они же не такие. Какой же пул будет конченый? Не пей припоты. Сейчас опять же куклы будут хотать. А, хорошо, не буду пить припоты, ладно. Куклу все равно будет хотать. На стресс свой. Ну, где на стресс? Джипса, ёбаный в рот. Здесь есть он, нет? Нету, по-моему, блядь. Заебали нахуй. Ляха, заходи. Кто воет? Кто еще один, да? Заходи. Чего он есть, чего нет? Там Рока был. Волофар вроде. Волофар улечил, ладно. Так что, не будете ждать? Заходи, заходи. Да кого ждать, блядь, пиздец, сука, сегодня весь день ждем, нахуй, какое-то чудо какого-то, блядь. Или я хуёво играю, блядь, или что, нахуй. Тебе лишь бы, да. Лишь бы повод найти, чтобы спекнуться, беспонтовый спек. Не, ну 5% крита тоже на дороге не валяется. 4% ну, физухи тоже не валяются. Физуха лучше. Так, а чё, паладином же, да? Чё-то я хуй знаю, может шаманом нахуй, или демоном. Ну, ты сейчас в танке? Нет. Там хукмастер с Эвилашей танчит. Ну тут, а, тут, ну, ладно, тут смотри, это... вон сколько этих. Как он называется? Миликов, нахуй. Вон, первая, вторая, я еще себя перекинул. И призан еще у нас. Если ты залетишь, это 2 танка и 10 миликов. Нахуя сильно. Не, ну как... Леха, если ты залетишь, то это будет 1 000 000 баксов. Терпимо, блядь. Ну как... Да, да, можно да, призана к нам в пати во вторую? Но мне их никто не даст. Ну да. Или да, хист, я просто не знаю.
Чё, блядь? 500 голды. Так как у нас рамсы, нахуй, с америкосами. Что, 500 гп? 500 голды? Да. Ну, трейд кинешь потом. Ну всё, давай сейчас. Так с тебя 500. Ну, кольцо. То, что мы раскидаем. Так. Тыкаем. Что-то какая-то унылая хуйня сегодня, нахуй. Рыбу давал, нет? Я готов ловить пельмени. Поехали. Так, пей куклу, короче, пока. Просто ебаный. АБМ, блядь. Кол? Распаковка нахуй куклы. Сяду поем. А чё, а буйный рост? О. А второй буйный рост где? О! Даю отчёт. Пью припод. Я понял нахуй. Что, шаману разогнаться надо или ему? Вышли с даже. Но потом типа не остановишь. Че, зеленый? А там дальше здесь тормозов нет. Тормоза сломались. Зеленый, готовимся развивать. Это печально. Это? Зеленого разъебну. Разъебну. Быстрее. Переводим, лужи выходим. Это месяц не бегайте, станьте примерно вот в сов. Этот дебаф смотрим, зеленый, в портал вон локовский. Никуда попало, вот сюда, вот быстрее. Зеленого дамажим. А луна на Варахеле, что, она убьет его? Ну где ты стоишь-то? Че вы не можете вместе-то сбежаться? Вот Фокс будешь резать, когда слизни убьем в Рахеле. Я вместе стоял. Там, где все. В какой, в зеленый или в красный? Да, в зеленый. Да, он был в зеленый. В зеленым добав. Пельмени. Так, пельмени. Вот Фокс, резай его. Быстрее. Сейчас вторые полетят, пельмени, смотрите. Резай, вставай быстро, отходи. Пельмени вылетели, отходите. Инер закинул, лапку дал. Лужа, выходим. Скучкуйтесь немножко. Красные, отошли пельмени. Красный объем. Чего, блядь? Тихо. Чего такое? Чё, ругаешься? Заставили побегать. Он сейчас сдохнет нахуй с месяцем. Передай месяц. Лужи вышли. Чутка от босса подальше. Пельмени отошли. Ёбаный, я нихуя лагаю, пиздец. Зелёный, готовимся, разъёбываем. Пельмени. Лужи вышли. Красный объем. ДПС. Бежит. Бежит.
Пельмени. Так, лужи вышли, профобъем. Это Водикон дай по Вархелю. Нет, Вахапан, конечно, тяжело, это на профи. В Вардру есть, в принципе, нормально должен быть. Пельмени. Пельмени отошли. Зеленый, смотрим, выбирает цель. Зеленый объем. Милики. Это захилить их и это. К нам бегите, чтобы вас близко там не выбрало, все нормально добиваем. Лужи, 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 да, не зыбку. Ладно, не надо. Не надо уже. Резвую ультрадруля. Быстро вставай. Берегитесь. Отходи от пельменей, если сюда, если сюда полетел. 2%, да? Да, 2%. Да. Стой. Надо стопать. Ладно, бейте, 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 уже все перевели. Сейчас выльется в эту в одну хуйню. В зеленую заходим. Зеленый заходим. Два не вылится, не должно было. Или вылилось. Я просто нет, не вижу. Ждем. Переход. Все, будем бьем, играем. Изыбка есть. Захилимся на фул. Блять, захильте. Даю дубовую. Быстрее, быстрее добиваем. Так, готовлюсь таунтить. Пельмени, смотрите, полетят второй раз. Так, кинулся стак там, нет? Ладно, сейчас первый кинется. Так, следующий буду забирать. Геру фул ДПС. 3, 2. Встаньте в черепок все. Берегитесь. Так, один забрал, забираем, да? Угу. Да какой черепок, блять, я стаки забираю, нахуй. Бейте, как удобно вам, только в пельмени лужи не попадайте, играйте. Я, короче, стак проебался, следующий попробую забрать. Если третий повешается на вилаш, сразу хукмастер заберет. Отвлекся своим черепком, блять. Бидон с автотем. Забрал. Да. А его нету, пиздец, понял? И что, блять? Пельмени. Да это ты. Юля 3, забирай. Хукмастер, забери. Хукмастер, забери, хукмастер, все. Еще один попробую. Так, забирай обратно. Угу. Все, следующий давай Водикон. Я постараюсь не сдохнуть. И там добьем, пускай милики спокойно бьют. Все, забрал один. Нормально. Берегитесь. Пельмени отходим. Вот так вокруг лужи. Угу. Все, добьем. Ну, второй заберешь и просто босса дальше добиваем. Там на хукмастере 0 стаков. Просто добиваем. Лужа вышли, лужа вышли, лужа вышли. Быстрее, быстрее, быстрее вышли. Две лужи в РДД. Главное, не сдохните в ней. Все, два ляма добивайте. Блять, далеко босс, пизда. Я пока пролагаю. Все, добили. Ну вот. Нету. О, топ-буха, нихуя себе. Сокетом. Хоть бы что написали на ней нормально, это пиздец, пуха, говно, блять. Не, я помню, я на другом серве на актуале ходил с ней, с танком. Ну, она только напала, нахуй, на остальное. Смысл, блять. Парашу. Ну, я думаю, прото... В принципе... Она, поэтому... видишь, получение эффективного исцеления. Я кидаю правосудие, ей хилить больше. Че, уступит кто печеньку на Т4? Сейчас посмотрим, кто ее ролит вообще. О, нахуй, дринк тебе оденешь, пуху. Не смешно. Да, будешь ПВП телепокса, ПВП гигантом, будешь с Блевом на пофате разваливать. Там Invisible, а после него идет и Вилаша. Окей, ладно. Мне просто кап добить надо. Всем так? Кап добить. Спасибо, приору это очень мало. Да? Да, мне тоже только кап добить. А, это? А мне просто спросить. Пропустим? Вас тут не стояло, нахуй. Куда? Квест этот в Ведьмаке вообще топовая хуйня. Вас тут не стояло, блядь. Ой, там Лови спрашивает, ему на сову заходить или паладину остаться? Конечно, на сову. Ну, это слишком... Подожди, подожди, стой. Сейчас я по хилам подумаю. Так, допустим, ну Хейла Призен есть как после. Ну, Авелания есть. Да, наверное... Нет, попал, типа. Да, наверное, лучше на сову. Если чё, хапалом подстрахует Авелания и Вальку хиню. Да, лучше на сову иди.
Здесь видишь, Войд, почему Элемы разгоняются вначале? У них основной дамаг сейчас от шоков идет. А чтобы их разогнать, это надо 3 раза кастануть лава-выброс. А откат 8 секунд, вот и считай. А кто похилит, блядь? Призан или Хэла? Хэла РДДшник, может, Призан похилит? Призан, ты как, похилишь? Или что? Или как? Ну, вот я имею в виду дальше сейчас Совет, Лану, Вальку Синдру там в перспективе. Да, зелень себе. Так что нам 24 секунды надо, чтобы разогнаться, прикинь. Нихуя долго, блядь. Пока все эти стадии пройдут. Надо ну как-то... вот почему переключаться тоже не очень хорошо. Да. Хуёво сделали, блядь. Внутреннюю хуйню, блядь. Чё, Мэтт Фокс, ты уходишь? Алло. Я понял, нахуй. Кидают меня все. Кто там был на замене у нас? Никого уже не осталось, поди. А, Друид инвалид сидел вроде, нет? Еще раз. Друид инвалид. Ну а, точно. Давай, заходи. Давай, Друид инвалид. Залетай. Я уже расстроился, блядь. Так, а кто похилит? Призом похилишь или кого, блядь? Ну, в третьего ряду я не хочу спекаться. Призовите, это тактика. А, сейчас я полезу. Ну, давай, работай. Че, подожди, блядь, подумаем. Кому там стол надо было сзади стоять на лестнице? Угу. Призом, ну чё? Ладно, пока навскидку пускаем. Был раз. Спросите у Призна, если не Призн, то это либо Хэла, либо мне спрятаться, либо Вилани в пятого. Короче, минутку отойду. Он писал, у него свет вырубают. Могут вырубить, да? Да. Вот походу. Чё, так, ну кто там на замене еще? Пиздец. Замена плюсует. Ну у него, да, у него такое, блять. Ну он Валафар есть. Он давно не играл. Святос. Первый раз за полгода, наверное, его вижу. Да какой первый раз? Чё? Ты видел его ИП? 4000. Это, ну, челик играет раз в 3 месяца, наверное, заходит и всё. У него там перебои частые, блядь. Я частенько вижу, как бы, ну, в рейдах он не так много был. Ну, потому что просто он что... писал... Возможности тупо нету. Ну... Это могут вырубить. Призн, ты спекаться не хочешь? А он так вроде... А, нет. Призн. Сейчас спекнется, пишет. То шамчик получше будет смотреться, чем третий ярдро. Ну или хэпаун. Покрасивее на лане будет, полегче. Да, и лучше РДД. Да. Меньше бегать. Этот, танки. Я не знаю, в 2 танка мне боязно, блядь, что вы сорвете. Вы будете нормальными пацанами? У вас на полах, смотри, сколько. Ну да. Давай, Вилаша, тогда... Кого, я не знаю. Вилаша двоих, она поопытнее. И Хукмастер, давай Келя тогда. Тут не разводить хуйню. Ну просто в одного танка на пулы, если что, веером поддавать. Закинь, это Хулидринг заместо одного роги. Хотя... Для бафа. Любого? Любого. Так, пойдем. 50 голды за услуги. Эй, Ваш. Пристабаф. Топ голды. За пользование расой 50 голды. Класс, я не видел. Я нежить, не пофигу. Так, давай ВП Хант лево держишь, я центр. И кто там самый низкий по ДПСу? А, кстати, ну я это, флажки-то не брал. Некромантика право держишь. Вот рыбка. Кто флажки раздает? СПД. Кто флажки, Хулидринг? Вадикон, СПД. СПД. Вадикон, СПД. Сука, времени остается час, всё, нахуй.